Утро начинается. Ладно, что застеснялась-то? Так, папа, все. Кончилась твоя власть. Сейчас сядешь где-нибудь в уголочке. Ой, Снежок, какая ты сильная. Ой, молодец. Ну что, Егор Сергеевич, оделся? Устала, да, Снеж? Вот, ведь как. Нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Молодец. Сейчас я приеду, мы с тобой позавтракаем. Ты думаешь, там очередь будет в больнице? Отвезли мы Снежану Егора в детский садик. Василису сейчас позавтракаем, поедем на прививку. Мы в садике ее не сделали. Поедем сейчас в больницу делать. Вась, пижамку убрала? Да. Убрала. Папа там греет кашу. Сейчас нас повезет. Ты читать садишься? Или мы с тобой заплетаться будем? Читать хочу. Угу, читать хочешь. Пижамницу убирай с пола. А куда ее? А я не знаю куда. Выброси куда-нибудь, раз она тебе не нужна. Вот ящик опять не закрыт. Вась, а ящик кто не закрыл? М? Кто ящик не закрыл? Я не знаю. Все, давай сейчас мы причесываться. Вот такое лохматое чудище у меня с утра. Посмотри на меня, чудище мое красивое. Улыбнись. Все-таки мы опоздали из-за Егора со Снежаной. Она ко скольки? Привели Снежку, там уже все кушали, сидели. Потому что Егор у нас потом еще, когда куртку одел, тоже отказывался уже на улицу выходить. Тихий бунт у него был. Вот. Потом уж, когда его отвез, я спрашиваю: Сергей, ну как? Как он в садик-то ушел? Он говорит: а что я? Я ему сказала волшебное слово. Сказал: Егор, кашу-то сейчас съедят, и тебе не достанется. Он говорит, быстренько, как солдатик, все с себя снял, переоделся бегом в группу. Так, еда на первом месте. Мы в поликлинике. Привет. Скажи, Василий, всем привет. 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 Мы приехали в больницу, ага, сейчас... делать да, мы Василисе приехали сделать прививку. Приехали чуть-чуть пораньше, врач 10 работает. Врач у нас опаздывает. Вот эти все люди. И сюда, сюда. Васюша. Вась, иди сюда ко мне. Время уже 10:30. Мы до сих пор еще не получили направление на прививку. Да? Я хочу видео посмотреть. Можно я видео посмотреть? Видеоотчет. До сих пор стоим. А зачем видео это делать? Как снимать, как делают уколы, видео не делают. А я на память себе. Потом тебе покажу, какая ты молодец была. Как настроение-то, Вася? Василиса, как настроение перед прививкой? Все тип-топ. Все тип-топ. Садись на кушеточку. Развернись плечиком. Вот так вот, что ли? Да. Тут спинку сутулить не надо. Завтра Егору со Снежкой достанется. Буду делать. Поручусь ко мне вот так. Ручку вот так сделай, вот так вот. Умничка. Не бойся, не бойся, не смотри. Умничка. Вообще молодец. Молодец. Вот и все.
Выходим мы уже из поликлиники. Папы что-то у нас нет, машины нашей. Так, а и ему, делали мне прививку. Ему дядя Леша позвонил. Сказал, что там у нас плинтуса не хватает одного. Мы делаем ремонт в комнате для старшего сына. Никите. По имени Никита, правильно, Васюш. Никите. Вот. И он нас ждал. Мы, конечно, думали, что мы быстро стреляемся. Пришли мы до приема еще за 20 минут. Без 20:10 мы там были уже у кабинета. Зашли к медсестре, записались, все. И вот нам только сейчас эту прививку сделали. Время уже 11. Ждем папу. Солнышко пытается пробиться, но все равно так вот хмуро. Пойдем пока в магазин. Кое-где есть солнышко. Вот в той стороне чуть-чуть. Вот сейчас стало появляться. Везде вот такой грязный снег. Неухоженно, некрасиво. Ждем весну, когда все будет цвести и все будет красиво. А вот и наша ласточка едет. Папа за нами приехал. Василиса, за Егором мы приехали. Здесь поел лучше, чем у Василисы и ее Снежаны в садике. Держите мне дверь. Открывай, Егор. Вась, держи, чтобы не хлопало. И территория тоже. Смотрите, вот все выложено плиточкой. Видимо, финансирование этого садика проводится по другому принципу, не как нашего другого садика. И этот садик наш, и тот наш. Здесь можно ребенка довести до группы. Все выложено плиткой. Конечно, вот гулять им еще пока. Вот, видите, лужи какие большие. Она еще долго не просохнет. Но на веранде можно, веранда есть у них. Все выложено плиточкой. А в том садике, где девочки, мы ходим... Промыкаем. У меня вот, например, нет резиновых сапог. Я их просто не могу носить. Привет, Егор. Привет. Привет. Ох. И вот выходим мы. Вот это. Вот. Это все плиткой выложено. Вся территория. Еще вот здесь так красиво, хорошо все. Аккуратно. Выходим за ворота. И куда мы попадаем? Вот так. Здесь уже весла нужно можно выдавать. Я съем? Конечно, это что и банан съешь. Ну шагай, ты не промыкаешь. Давай, не бойся. Давай, грузись. У нас, похоже, снова война. Девчонки не хотят Егора брать с собой играть. Сейчас я потихонечку попытаюсь к нему подойти. А какой сегодня год? А где у нас Крикуша? Он в комнате. В своей? Зайка. А, в своей, что ли? Ты зайку вяжешь? Ну-ка, подожди. Так, положи, чтобы видно было. Длинноногого зайка. Пока еще без головы, да? И без рук. Угу. А девчонки стоят и смотрят. А Егор не хотят Егора с собой брать играть. Вася, твоего пупсика так шампунь там... Это мама его так намыла. Баню устраивала. От головки пахнет шоколадом. Угу. Мама, можно я... В воскресенье вечером с тобой его помою в ванне. Мама же его недавно мыла. Ну, посмотрим, что там получится. Вот, слышно, наверное. Егор у нас выражает свое недовольство по поводу того, что его девочки играть не взяли. Не взяли они его, потому что он их обижал сегодня. Жан, давай мы не будем куклу сюда носить. Мама, так. Я тоже помою его. Посмотрим. Пойду я с Егором разговаривать. Он и свет у нас здесь выключил. Да, Егор Сергеевич, ты и свет у нас выключил.
вот он где спрятался. Рассказывай, что за крики-то у нас опять? А что за крики? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Не знаешь. А кто знает? Не знаю. А кто знает-то? А? Не знаю. Ну, а кто знает? Давай вылезай из-под табуретки. Боюсь. Кого ты боишься? Боюсь. Кого боишься-то? Боюсь. Кого боишься? Боюсь. Да ты свет выключил, сидишь, боишься. Так-то раз бояться? Боюсь. Давай выходи. Вот ты мне скажи, мой хороший, я, когда села с документами работать, я тебя что просила? Не кричи, ты мне мешаешь. И ты все громче и громче, громче и громче кричишь. Это что такое? А? Ну что, а-то? Объясняй. Объясняй. Не знаю. Не знаешь. А кто тебя кричать заставляет? Не знаю. Опять не знаю. Будешь успокаиваться? Не снимай. А по-другому ты не успокаиваешься, Егор. Вот я сейчас камеру выключу, и ты начинаешь опять верещать. Да что такое? У меня уже голова болит от твоих криков. Видишь, у нас камера волшебная. Я ее включаю, тишина. А выключаю, ты кричишь. Да. 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 Егор, скажи, пожалуйста, тебе вкусняшку дали сегодня за ужином? А, Егор? Да. Да. Вкусно было? Нет, не дали. Не дали тебе вкусняшку? Лер, подойди, пожалуйста, ко мне. Егор утверждает, что ему вкусняшку за ужином не дали. Ну, он просто не съел. Что он отказался не съел? Кушать. В смысле отказался кушать? Ну, он просто оставил еду на столе и убежал. А, он не доел, все бросил и убежал? У него там полная тарелка. А почему ты не съел, Егор? Знаю. Как не знаешь? Ты же знаешь наши правила. Кто все доел, тому вкусняшка. Пойдешь доедать? А? Не надо. Доедать пойдешь? Егор. Знаю. Не знаешь? Я не хочу с тобой так разговаривать. Я с тобой по-хорошему. Ты мне какими-то урывками. Что это такое? Ты будешь со мной разговаривать? М? Пойдем доедать. А вкусняшку доедать пойдешь? Я не буду заставлять тебя ужин доедать, а вкусняшку будешь кушать. Пойдешь так? Не слышу. Да, очень хорошо. Давай, вылезай из-под табуретки, успокаивайся, пойдем. Ну все, сейчас он успокоится. Пойдем, Егорик, пойдем.